Ваня, одну минуточку. Передайте Зинаиде Михайловне, что Розалия Францевна говорила, Анне Ванне, Капитолина Никифоровна, дубленку предлагает. Так что если... Я ничего не могу передать Зинаиде Михайловне, она уехала. Куда уехала? С любовником на Кавказ. Как с любовником? И вы об этом так спокойно говорите? Оригинальный вы человек. Извините, Ульяна Андреевна, я занят. Однако у вас характер. Будь я вашей женой, я бы тоже уехала. Если бы вы были моей женой, я бы повесился. Хам!